Общество равных возможностей. Вот уже на протяжении 2 месяцев в Актобе успешно работает Центр социальной поддержки для инвалидов. Главная цель учреждения – эффективная адаптация людей с ограниченными возможностями в социуме, обучение и трудоустройство. Игра на домбре, рисование, основы кройки и шитья, изучение языков – основы финансовой грамотности. Это лишь малая часть кружков, представленных в Центре социальной поддержки для лиц с инвалидностью. В новоиспеченной организации люди с ограниченными возможностями не только могут обучиться новым навыкам, но и получить консультативную помощь по любому вопросу. За 2 месяца нами проделана очень огромная работа. Мы обзвонили практически весь город. Вот. И на сегодняшний день порядка 80 человек к нам записались. Из них около 60 человек уже активно посещают наш центр за 2 месяца. У нас сейчас активно функционирует 10 кружков. Помимо того, что проходят здесь занятия, здесь у нас проходят экскурсии, встречи с интересными людьми. Мы выезжаем на природу, проходят выставки различные, мероприятия. Каждый четверг, пятницу мы приглашаем в гости к нам представителей банков, представителей здравоохранения, образования и так далее. То есть в режиме одного окна. Здесь можно получить все консультации, работает кабинет юриста, психолога. Самые популярные кружки – ораторское мастерство, SMM-менеджмент и английский язык. По словам педагога по ораторскому мастерству, курс дает положительные результаты. Желающих научиться навыкам коммуникации с каждым занятием все больше. Ребята дают очень хороший прогресс, интересные результаты, потому что многие из них на самом деле долгое время находились дома без общения и испытывают сложность в коммуникации с окружающими людьми. На курсе они очень хорошо раскрываются, активно включаются в процесс, осваивают техники, которые мы разбираем с ними. Занятия у нас проходят 2 раза в неделю с ребятами. Да? Почему такая продолжительность и частота занятий? Дело в том, что мы техники берем, они отрабатывают их дома, с близкими людьми, в магазинах, на улице где-то, закрепляют результат, приходят, дают обратную связь, и мы дальше потом углубляемся. Курс рассчитан на 6 месяцев, и ребята уже сейчас дают достаточно хорошие прогрессы. Это по ним видно. Это раскрепощает, как правильно разговаривать с людьми. Ну, это развивает такую немножко лидерские способности, разговаривать, не комплексовать. У некоторых есть же коррекция слуха и так далее. Ну и потом наш преподаватель этому учит. Хочу выразить, да, благодарность Курбаеву Базарбаеву. Большое спасибо, здоровье, то, что человек уже в таком возрасте все равно старается, ведет нас. Просто не каждый человек такой. Некоторые открывают общественное объединение. Просто открылось общественное объединение, и все, там кое-какие дела делаются свои. А здесь она дает именно, вот людей объединяет, дает знания. Спасибо большое ей еще раз. К слову, руководство отмечает нехватку педагогов по шахматам. На сегодня желающих освоить эту игру много. Вот только хорошего учителя пока не нашли. Отметим, двери центра открыты для всех желающих. Здесь квалифицированные психологи, специалисты окажут вам помощь и ответят на все вопросы. На сегодняшний день в регионе проживает 27 550 инвалидов, 4292 из которых дети до 18 лет. В текущем году в данном центре 200 человек получат трудовые навыки и будут выпущены. Анастасия Евсеева, Амунжолайт Магомбетов, телеканал «Актобе».